Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами снова в мире игры Sally Face, эпизод 5. И мы идем с вами в центральный зал, в храме, с нашими замечательными друзьями Эш и Салли в одном теле. От Салли у нас только светящаяся рука и могучая, вообще могучая сила, которая поселилась в Эш. Ё-моё, боже мой! Мы ожидали тебя, Кеннет Фелпс. А вот они, кстати, эти семьи. Кеннет Фелпс, вот он человек, пёса лицей. И Тодд у нас там прям в яме сидит, чтоб его захавали, и кровище. Все как положено. Что вы натворили? Пришло время последнего нисхождения. Этой ночью человечество победит Бога. Вы убили их. Как и многих других, нам предначертано быть большим, чем... Заткнись, чертов псих, я тебя прикончу. Я ожидал, что ты снова так подумаешь. Что ты сначала так подумаешь. Иди сюда, я тебе жопу разорву. Бля, просто в труху вообще, ну и чё? Интересно, а это люди или те самые привидения? Ну, Эш орудует с помощью силы Салли просто на раз-два. Боже! Я что-то просмотрел, что произошло с тем чертом. Тодд! Не волнуйся, мы тебя вытащим. Сал, это ты? А? Ларри! Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Что произошло? Когда сгорел домик на дереве и оказался в пустоте. Ох, чувак, как же долго я там бродил. Очень долго. По тебе заметно. Зато борода классная. Ну да, там было странное дерево с таким типа космическими корнями. Вокруг него собирались всякие создания и поклонялись ему. Они называли его «Мать Сущего». До сих пор не понимаю как, но оно помогло мне найти дорогу домой. Кажется, я его видел или чувствовал. Ты с ним связан, все мы с ним связаны. Ларри, про Лизу, я... Чувак, не нужно слов, я все понимаю. Но я... Все в порядке, серьезно, иначе бы мы их души уничтожили. Я рад, что твоя душа не растворилась в пустоте. Пока не растворилась. Но Тодд был прав по поводу второй смерти. Души растворяются в пустоте и превращаются в ничто. Звучит жесть как бесповоротно. Но больше я об этом ничего не знаю. Ты знаешь, как спасти Тодда? Думаю, я могу его вытащить. Удивительно, что он так долго продержался. Он всегда был сильным парнем. Чуть не забыл, я тебе кое-что принес. Нашел ее в пустоте. О-хо-хо! Оставь Тодда на меня. Тебе нужно будет сдержать тени. Они начинают просачиваться в наш мир. Хорошо, будь осторожен. И ты тоже. Они пришли. Урод, тебе жопа, красноглазый урод. И чё? Ну чё, нравится? Ну чё, нравится? Ну давай, бросай уже, ёпти-мопти. Соплю свою кидает. Подожди! Так это вот этот вот, чувак, он дерьмом весь облип, который по центру-то стоит. Это он архиепископ. Я тебе не позволю. Я не удивлен, что ты предал нас. Ты всегда был для меня разочарованием. И тебя тут даже, мудозвон гребаный. Ты знаешь, что не остановишь нас, сын? Это его отец. Это его отец. Трэвис. Эшли, убирайся отсюда сейчас же. Все не может так закончиться. Мы должны. Я должна. Подорвать. Она не смогла подорвать.
Нет, не подрывать. Мы всех спасем. У Лари перезарядочка еще такая есть, блин. Я здесь, Тот, держись, дружище. Че, серьезно, блин. Это вообще трэш. Я вот с этой херней маялся вообще, блин. У-у-у. Вот так вот. Ядрить твою налево. Не, давай, продолжай. Это жопа вообще, мне это раздражает тема. Ладно, мы справимся. Из-за того, что наиска здесь невозможно бить. И вот такая вот шляпа получается. Ладно, сейчас разберемся мы со всей этой херней. Еще, короче, я бесконечные свои попытки просто тупо вырежу. Они нафиг мне нам не нужны. Алло! Типа Салли проиграл битву, что ли, или что? Я что-то не понял. Почему Эш стала их бить? Мы бесконечные. Господи, дерьмо полезло. Тут уже повеселее, блин. Давай. Чё, побили их нормально, успели? А это что? Я такого не видел. Салли ужасный вообще. Фу. Создатель всего сущего разлагается в нашем нутре. Его сила течет в наших венах. И? Я вам не верю. Сломленная душа пытается противостоять неизбежному, но мы вечные, мы превзошли самого Бога. Вскоре ты станешь един с бесконечностью, мы последняя ступень развития человечества. Я никогда к вам не примкну. Последняя пасть, да? Салли, ты жив, нет? Блин, Салли... Салли засадили. Ну? Да чё за шляпа-то, ё-моё, ну? Всплывающие окна долбанные, ребята. Вы представляете, подвох какой? Какая-то подстава, во-о-о. Ну это я вообще, конечно. Я не знаю, как на клавиатуре можно это делать, потому что я на джойстике играю. И вот эти вот диагональные вот эти вот движения, это на самом деле дикость. Давай. Мы все глаза им сломали. Меня типа ударило, да, реально. Подожди, ну как она хоть меня ударила? Я что-то не могу понять. То она меня касается, то она меня не касается.
Да ё-моё, ну прекрати! А, нормально. То есть, короче, хором все. Ларри магией, Салли музыкой, Эшли рукой этим мечом Осириса, по-моему, да? Охренеть. Это битва. Битва всем битвам, битва. О-о-о-о. Тот выжил. Тот. Эй, ты в порядке? И Ларри очутился. Ларри? Рад тебя видеть, я аж прикольный прикид. Ты когда успел так постареть? Долго рассказывать. А ты когда успел и с витяшками обзавестись? Долго рассказывать. Все кончено, мы справились. Тогда почему я себя так дерьмово чувствую? Ты уверен, что все кончено? Похоже на то, но я просто... Тот, ты жив? Где, что произошло? Кажется, мы их остановили. Ох, чувак, я так рад, что ты в порядке. Как здорово, что ты вернулся, Тот. Мы все расскажем, только сперва тебя подлатаем. А рассказывать придется много. Ребят, просто хочу, чтобы вы знали, как много вы для меня значите. Я вас очень сильно люблю. Мне повезло, что я был с вами знаком. Я очень рад, что смог снова с вами увидеться. Мы тебя тоже любим, Ларри. Ты в порядке? Простите, у меня осталось слишком мало времени. Ларри. Я и не думал, что будет так страшно. Мне бы еще чуточку пожить. Что? Нет, куда он? Он может снова уйти. Он только что к нам вернулся. Он не может снова уйти. Он только к нам вернулся. Это был Ларри? Ага. Может, мы с ним еще увидимся по ту сторону небытия, если оно существует. Вообще, блин, ребята, охренительный эпизод, вообще просто жесть. Музыка обалденная, квесты обалденные, блин. Заметки обалденные, просто охренеть можно вообще. Ну что, друзья, эпизодик также оказался короткий, как и все остальные. Благодарю вас за внимание, не забывайте подписываться на канал. Нажимайте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы не пропустить все остальные новые ролики, которые будут выходить на канале. Справа вверху будет буква I, там будет плейлист по игре Sally Face и несколько других интересных плейлистов. А вы, в свою очередь, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом эпизоде, о моем прохождении, какие-то, может быть, рекомендации, или посоветуйте какую-нибудь игру подобную пройти. Ну и, конечно же, ставьте лайки. Всем удачи и до встречи в новых прохождениях. Всем удачи и до встречи.